Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш мукбанг-канал. Сегодня у нас безрецептурный мукбанг на Лорд Пинер. Поменяем местами. Сегодня сервировал стол Алексей, себе все вкусненькое положил. И забрали все равно. Никаких шансов. Да. Что-то перчит у меня горло, оно не болит, но дерет как-то. Раздраженное. Поэтому сегодня ответственный за накрывание стола у нас Алексей. Блины. Ссылочку на блины оставишь. Я, правда, не по тому рецепту готовила, но блины на канале есть. Они шикарные, ажурные, суперские. Йогурт. Все, больше ничего не можем показать вам. Ссылочки на рецепты, значит, блинов и йогурта найдете внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал. Готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Также помидоры, огурцы, авокадо. Вот здесь наша турецкая подружка любимая что-то готовила. Мы не знаем что. Что-то желтое с орехами. Здесь аджика. Сирена, да. Аджика с орехами. Они называют ее аджука. Здесь вяленые помидоры с цукатами и сыром. Угу. Все? Здесь как тоже называют. А соломоны съели дети? Олег? Соломоны. Вы съели эти колбаски? Нет. Давай. Где-то соломоны не обнаружили. Это колбаски, мяски всякие вкусненькие. Я плохо искал в холодильнике и не обнаружил. Сними фольгу, пожалуйста. Какие мои тетрадки русские? Понятия не имею. Нормальный ученик, да? Мама, где моя тетрадь по-русскому? Не знаю. Не знаю и знать не хочу, честно говоря. Давай напишем, может, учительница знает. Может, она не вернула, да? Может, она не вернула. После проверки. С проверки. Человек удаленно занимается. Не знаю, кому там нравится эта удаленная школа. Альчка. Я уже просто как выжатый лимон. Я уже готова сама ехать в Россию из-за этой школы. Может, просто отдадим в турецкую и не париться. Другие же приезжают, дети учатся сразу в турецкой школе. Как-то учатся. Как-то учатся. Будет как-то учиться, меньше спрос будет. Да? Угу. Приятного аппетита, ты сказала. Приятного аппетита. Да, будем кушать. А то ты сразу про грустное начала. Начинаю со вкусного. Я вот это хочу. Вкусненькая авокадо, мягенькая. Это темная авокадо, темно-коричневое такое. Бывает зеленое, а это темно-коричневое. Зеленое у нас уже месяц лежит, никак не поспеет. Мы одно открыли, остальное в холодильнике. Нас обучили, что авокадо надо по хлебу размазывать, солить и кушать. У нас столько хлеба нету, столько авокадо. Угу. Все, не ходи в магазин. По блинам размазывай. Интересная идея. Какой-то вкусный сыр. Мне понравилось то, что одна упаковка сыра, коробочка, внутри три вакуумных отдельных пакета. Нарежь себе. Ударю. То есть ты открыл сыр, и он у тебя не пропадает, там все змея пейнер, надо выкинуть, мы его не успели съесть все-таки. Кто там смеется или плачет во дворе? Вечерами у нас стало тихо, народ разъехался частично, но еще очень много тут. Во дворе продолжают играть в доминошки, но уже не таких, конечно, такими большими партиями, как это было летом. Тут на каждом углу было казино, как наш друг сказал. Хотя они хотят на зимний период какое-то помещение организовать, где будут тоже выйти немножко играть. Чтобы не замерзнуть. Правильно.
У нас есть помещение, неиспользуемое на первом этаже. Видимо, его. Миша, положи ручку. Положи ручку. Иди в комнату, отдохни. Мы тебя сейчас иначе будем отвлекать. Ты не сможешь нормально учиться. И майку пижамную передень. В общем, это. И вот это. И вот это все от нашей подружки. Да? Угу. Вот это мне понравилось. Да? Не сильно соленая, орешков много. Единственное, его там ложка есть, он рассыпучий, он нашпанило. Еще мне понравилось там такой вариант, который сказали, что так надо кушать. Это берут сыр, в том числе и такой, и сверху льют вареньем. Супер. Да, без пейнир вареньем поливала, соседка кушала. Она вот любой брала. Не, у меня есть сыр. Есть? Все выбери. Прикольно. Сырочек. Ложечку вареница. Не имеет значения какого, любого. У нас инжировое. Варенье не перебежало в чашку. К чаю. Сырок? Да, вкусно. Красота. Как интересно у тебя. Соленый сыр и сладкое варенье вкусно получается. Тебе. Мне? Угу. Спасибо. Поровну? Конечно. Кто сомневался? Я себя не обделил, да, как там в одном пиво? Вот это называется как? Пастурма. Турма. Там вопросов не было никаких? Какие-то были? Наверное. Сейчас загрузится. Так, а что за блинчик сложный? Сложной формы. По стоимости квартиры готов на вопрос ответить? Нет еще? Людмила Гурулева. Привет из Хвалынска. А есть в Турции грибы? Если да, то какие? Спасибо за ответ. Мы видели не самые аппетитные в вакуумной упаковке грибы, шампиньоны продаются в сетевых магазинах. Больше я не видела ты. Я тоже, но я видел в метро в овощном отделе, рядом с овощным, стоял стенд. И там были нарисованы, лисички были нарисованы, назывались они. Совсем по-другому, естественно. Потом... По-английски фокс... Фоксички? Не фоксички. Потом были похожи на такие мясистые шляпки, чуть-чуть похожи на подберезовики, подосиновики, но ножка совсем другая была. Что за грибы, непонятно. И какие-то еще стояли, но те я вообще не знаю. А, еще были похожи на сыроежки. Вот. Я не знаю, они турецкие они, либо
привозные, так сказать, не могу сказать вам, продаются в метро. В принципе, сейчас сезон уже грибам начнется скоро. Надо этот вопрос провентилировать, согласен с вами, и сходить за грибочками. Куды? Здесь... В горы? Куды, да. А куды кину гору? Собирать помидоры. Здесь рядом есть ботанический сад, но я думаю, что нам там будут не рады, потому что он весь закрыт по кругу, по периметру, забором. Поэтому... Ты красный помидор, что ли? Я красный? Нет, у меня... Нарезал. Да. На двери висел, не знаю. Он так на меня смотрел косо, я его зарежу. Опасный человек. Не говори. Кушай этот лор пейнер, ты же любишь. Ем. А мне вот этот понравился. Кушай. Сыр, типа, как крошеная брынза. Вот там еще зелень и помидоры. Угу. Очень своеобразное блюдо. Не знаю, и российских я таких не знаю, и в Баку таких не кушал. Ой, какой кислый. А главное, что все handmade. Да, да. Готовит сама. Позвала нас в гости. А муж говорит, в 3 часа ночи проснулась, чтобы начать готовить. Я говорю, а чё нас не позвали? Я бы рецепты сняла. Да вы спали, говорит, мы слышали, как храпели, говорит, с 8 этажа. На 5 слышно было. На 5 было. Я говорю, не, это ваш сосед за стенкой, говорю, храпел. Нет, сосед за стенкой тоже храпит, но оттуда, говорит, тоже было. А у нас Алексей как раз спал на балконе, может, и правда храпел. Да? Нет. Нет? Нет. Договариваю? Держу себя в руках. Как в анекдоте, говорит. А что ты, говорит, с вашей рыбкой? Она спит. Он говорит, а что так от нее воняет? Вы когда спите, вы себя контролируете? Как еще тоже было, правда? Это... А это что такое у вас за рыба? У вас есть какие-нибудь на нее документы? Какие, говорит, вы хотели ожидать на нее документы? Свидетельство о смерти? На рынок своим пойдешь? Неохота, может, ты сходишь? Только на глубину весь меня все скидывает, а? Вообще совести нет. Я самый больной в мире человек. У меня тоже горло пишет. Бедный Карлсон. Нас напишем в список, пусть сами купят. Наглёшка, конечно. Наглёшка ты, да. Он опять заставит меня идти, опять скажет Турктелеком. Задолбалась я с этим Турктелекомом. Блин, друзья, будете вы в Турции, не связывайтесь вы с этой говнокомпанией. Она государственная. Мне кажется, этим все сказано. Вообще в игнор ставят. Он просит, ну, помощи. Вообще игнор. Сказали ему, а звездочка 1, 2, 3, решетку набирай и выбирай, что тебе надо. Все. До свидания. Помогли. А ну, кстати, приходили, вот что-то там общались с нами даже. И нахрен не послали. Потому что мы пришли не за помощью, а потенциальные клиенты бабки принесли. А нет. Мы уже были их клиентами. Но бабки принесли. Mm-hmm.
В общем. Так сделаю, красиво будет. Угу. Супер. Там масло столько надо. Масло еще есть? Да. Вот все прям. Не пол чашки, а три чашки примерно. Ну ты за хлебушек махни, есть у тебя хлеб? Не. Это же оливковое масло. М? Не есть. Это красное. А это желтая помидора. Мама Оля купила на рецепт зеленую, но чуть зевнула, и она стала желтая. На зажарку надо, понимаешь? Кого? Да? Кислые. Ну, может, еще дозреть, пускай. Выставить на солнце. Так это самое. Бабуля, что это такое вы продаете? Черная смородина. А почему она красная? А потому что зеленая. У тебя помидоры, может. Что мы желтые, что они зеленые. Отъем-ка я. В аджуке куча грецких орехов. Вкусно? Вообще она вкусно готовит. Угу. Если бы так, блин, готовили бы в отелях Турции, то у людей совсем бы другое мнение было о турецкой кухне. Да. Я только в этом году его стал менять, свое мнение о турецкой кухне. Кушай. Просто так не буду, этот мне специи не нравится. Где что нравится? А что там из в отелях из турецкого, так сказать, из турецкой кухни? Какой-нибудь люля, я вот не помню. Кёфте были. Кёфте были. Мясо как-то готовят, как-то непонятно. Рыбу, в принципе, жарят просто без ничего, да? Угу. Без всякого маринада, без ничего, просто жарят и все. Соль, перец, да? Мне кажется, не было. Мы постоянно брали еще, кушай. Мы постоянно брали еще, я вспоминаю, вот в отелях этот. Помидоры, перцы, лук, мы брали гриль. Угу. И вот в последнем отеле мы были, в Конаклы, там прям чуть ниже был такой отдельно стоящий большой мангал. Вернее, домик такой, ну, с мангалом. Бери. И в нем что-то давали там, типа рыбу такую давали, там что-то еще. И туда пойдешь, за этой рыбой прям очередь стоит. Прям все стоят, хотят рыбки, тоже с тарелочками все стоят. Вот. А рядом лежит, бери сколько хочешь, лук, перец, помидоры на гриле уже готовые. Угу. Вот, пожалуйста, бери, не хочу. А, вот тут без перца много не хочу. Поэтому мы на ходу раз. Возьмешь. Вкусненько. Что такого еще мы из... Ну, все сладости знаю, да? Единственное, что сладостями не наешься же, правильно? Что ты, ну, выпьешь ты там. Но опять-таки, сладости в отеле и сладости там здесь в пекарне или... Вчера нас угощали из Ювки. Угу. Обалденные. Угу. Даже магазинные берешь, как повезет. Некоторые прям вообще классные, другие так себе. Третьи на любителя. Ну? Угу. Так вот начали про грибы, а продолжили про все остальное. Про цены на квартиру не готовы пока пообщаться. Не подготовились. Что, почем, да? Люди спрашивают. Как есть, на чем. Mm-hmm.
Ну, вот это доедай. Окей. Ой, вкусно. Какой-то упадок сил, что ли, блин. Упадок сил. Спать хочу. Осенняя пора. А чьи очарования? А, я тебе рассказывала, за этим расскажу. Вчера я из одной группы не вышла. Туда мало пишут. Школьные, я имею в виду. Мишина учительница туда пишет. И она жалуется на родителей, что если ваши дети плохо себя чувствуют, насморк, кашель, говорит, оставайтесь дома. Я понимаю, что вы не хотите заражать. Ой, что вы не хотите пропускать занятия, но таким образом вы заражаете других детей. Вот. Я Лёше говорю, все. В России, в Москве, в Подмосковье уже пора холодов. Дети заболевают. Прохладных дней, скажем так. Становится больше. Тут еще кунжут. Да, кунжут еще. Плюс дети зачастую еще в окно наблюдая. Идут со школы, все куртки, рюкзаки в кучу свалили, на площадке бегают в одних рубашках. Угу. Чуть солнечный день. Парни спать. А многих еще не получается дома детей оставить, типа одних, потому что на работу идти же надо. Угу. Одного дома не оставишь. Такие эти чашечки, сердечки у них классные, да? Угу. Ой. Помидорку будешь? Угу. Сейчас съем. Чок бюзаль. Вкусно. Угу. Никакой остроты в аджике турецкой нету. Не, ну она немножко остренькая. Чуть-чуть где-то там далеко. Хочешь пасту? Какую? Нет? Нас вчера угощали такой пастой. Ты пробовал или не пробовал? Я пробовал. Она намного жиже, чем вот эта. А по вкусу? По вкусу очень похоже. Там что-то там, каких-то других вкусов я не обнаружил. Видимо, это делается просто из арахиса и чего еще. Больше там масла какого добавляют еще. Мы пробовали на этом скоростном миксере взбивать. Получается фигня какая-то, да? Раскидывать по стенкам и все. Отделяется. Мы слышим скоростное масло. Масло разделяется. Так. Так. Лор будешь доедать? Лор? Что такое лор? Это лор пример называется, да? Оу. Пожалуйста. Благодарю вас. У меня хлеб остался нужен. С пастой. У меня тоже. Да. Вот он. Ну вот, на тебе тоже. Какая же ты забота. Спасибо большое. Тут главное не уронить. И это в нос не вдохнуть. Как в старом анекдоте. Знаешь, когда собрались мужики выпивать где-то там в гараже, а из закуски одна конфетка. Угу. Ну, зрителям расскажу. Там очередь по очереди выпивают, этой конфеткой занюхивают. Раз очередной выпивоха выпивает, раз и конфетка в нос залетела. Ты, говорит, охренел, говорит, ты что, жрать пришел или пить?
На еточке. Спасибо, Алексей. Доедай йогурт, да, а то два дня туда-сюда ходит. Хорошо. Свежий йогурт. Не надо это туда. Почему не надо? Это очень даже... Как это? Гармонирует. Все. Все, ну сладкое нельзя. Тебе сказал друг турецкий, соленое нельзя, сладкое нельзя. Только ракы и девушка. Отличный доктор вообще. Я советую к нему сюда сейчас. Я думаю, если девушка обратится, он скажет, ракы и мужчина. Как там, и парень. Как говорится, он далек от медицины, но хороший тамада и конкурсы у него интересны. Вот. Поэтому... Пошутить он любит. Да, да. Молодые люди, у вас не труднее закрыть дверь в туалет, чтобы это не шипело всем? Благодарю вас. Часы встали. Батарейку надо тыкнуть. Нет, ну, слушай, идут? Если каждые две недели батарейку он захочет. Нет, идут. Так, ладно, ты поел, все, завершаем? Да. Ну что ж, друзья, пока мы с вами общались, мы уже наелись, было очень вкусно. Алексею спасибо, хороший завтрак. Мы сначала не думали снимать мукбанг, а потом решили, вроде на завтра мукбанга нету, вроде такой богатый стол, давай снимем, поставили камеру. Вот, будем уже завершать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока.